Все, кто жили в Советском Союзе, прекрасно знают о популярности книги, о вкусной и здоровой пище. И дело не в том, что это какой-то мем, да, она действительно была популярна, потому что у издательства и у трудящихся была хорошая обратная связь. Люди писали в издательство и говорили, что их интересует. Плюс книги, она была составлена действительно кулинарными практиками с участием специалистов из отраслевых НИИ, то есть подход был научный. И не просто научные, она еще как бы отслеживала тенденции, которые происходили в стране. Например, вот когда после отмены карточек, да, в 30-х годах составлялись рецепты, они не были какими-то сложными, и в них не участвовали какие-то, но очень дорогие блюда. Этого не было. Вот, например, там после войны, когда случилось, то есть запрет на вылов осетровых, ну, из книги резко исчезли рецепты из осетра. А вот, например, да, когда в 60-е годы, да, ну, тоже там сложно стало с поставками продуктов. Что сделали? В книге появились резко раздел о домашней консервации. И в чем еще был большой плюс этой книги? Страна была многонациональная. И вот эта книга, вот те, кто составляли, они были молодцы. Там не было упора на какую-то одну кухню. Там брались рецепты из всех как бы республик